многие спрашивают меня насчет сладости. Что я скажу? Вот некоторые делают такой день, там выходной, там кушают, там все. Я противник этому. Я за то, чтобы как бы поощрять себя. Вот, допустим, у вас там раз в неделю в межсезонье день, тяжелый тренировочный день, там приседания, там ноги качать, ягодицы. В этот день вы затрачиваете много энергии, тратите много глюкогена, поэтому в межсезонье можно позволить себе после тренировки в течение там, 30 минут вместе с быстро усваиваемым белком, допустим, там сывороточным протеином или кефиром, если не пьете протеин, скушать что-нибудь такое сладенькое, но не жирное, только не жирное. Допустим, вот вы и выпили кефирчик или протеинчик сывороточное, и скушали там зефирчика, там пастилы, там, ну что-нибудь, я не знаю, в этих сладостях, где жира нет, или там фрукты какие-нибудь вкусные, да? Вот, как бы не просто выходной день, а поощрите себя, наградите себя за то, что вы усердно потренировались. Самая тяжелая тренировка – это, естественно, низ тела, это ног. Поэтому сделайте себе такой праздник. Выйти вот там 10, 20, 30, 40 минут после тяжелой тренировки, скушайте эти сладости. Вот такое вот. Вот тогда можно кушать сладкое. Ну, ты также можешь это скушать, если там тяжелая тренировка спины или еще что-нибудь. Но даже в межсезонье постоянно следите за питанием. Никаких, забудьте о пирожных, о мороженых, о тортах. Если вы хотите выступать или даже просто выглядеть хорошо, то это не для вас. Если вы хотите повесить себе картину какой-нибудь толстой тетки такой жирной, там с пирожными, с мороженными, и скажите себе: я хочу быть красивой и здоровой и кушать все, что захочу. Нет, я хочу быть красивой и здоровой и кушать то, что надо. Или хочу быть вот такой вот жирной, страшной и потерять здоровье и кушать все, что я хочу. Там пирожное, мороженое, там пирожки, там все прочее. Вот такое мое личное мнение. Даже в межсезонье. И даже если вы не готовитесь к соревнованиям, старайтесь постоянно следить, носить с собой тормозок, там правильное питание, там распределите, там всегда найдется несколько минут, чтобы покушать. Если вообще нет времени покушать, носите сывороточный протеин или там творожок или еще что-нибудь, быстренько раз съели. Но чтоб, чем чаще вы кушаете животный белок, тем больше раскрутится метаболизм и будет сжигание жира. Такое.